В императорском зале Казанского университета состоялось открытие второго международного научно-практического конвента «Революция в праве. Прорывные идеи в современном российском праве». Данный конвент приурочен к столетию Октябрьской революции. Наш конвент, он имеет неограниченные возможности в плане того, что он собирает здесь единомышленников, людей, которые интересуются юридической наукой и практикой. Среди участников конвента – студенты и аспиранты со всей России, а также из стран ближнего зарубежья. До 25 ноября в рамках конвента будут организованы лекции ведущих ученых юридического факультета Казанского университета, мастер-классы известных практикующих юристов, различные круглые столы, а также показательное судебное заседание с участием действующих судей. Запланирована насыщенная культурная программа, включающая в себя различные экскурсии, интеллектуальную игру «Что, где, когда», а также предметные олимпиады. В Казанском федеральном университете назван как год Лобачевского, и одна из олимпиад, а именно один из ее блоков будет посвящен Лобачевскому. И есть еще одна олимпиада междисциплинарная по экологическому праву, приуроченная к году экологии в Российской Федерации. Конвент позволяет обменяться взглядами и мнениями по актуальным вопросам правовой действительности, получить ответы на интересующие вопросы юридической науки и практики. Анна Глазнова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.